Особое мнение на 101 FM. В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии член Общественной палаты Кировской области Николай Пихтин. Николай Анатольевич, добрый день. Добрый день. Эх, Кирова.ру. Обращаю ваше внимание на наш сайт, где есть видео и аудиотрансляция нашего эфира, все наши программы. Через небольшое время появляются на этом сайте. Вы можете пересмотреть, переслушать, откомментировать все это дело. Ну и к тому же есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Такая возможность есть у вас и сегодня, естественно. Вот хочу начать с темы, которая обсуждается довольно активно в последнее время. И очередная волна у нас в пятницу, да, пошла с момента принятия этого законопроекта. 3 июля, как известно, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, получивший название как «Право на забвение», согласно новому уже закону, ну, пока он, правда, еще не утвержден, конечно, Советом Федерации и президентом. Согласно закону, пользователь может потребовать удалить недостоверную и неактуальную информацию о себе, а также другие данные, нарушающие другие законы. Исключение составит, в частности, информация о событиях, содержащих признаки уголовного дела, сроки привлечения к ответственности, по которому еще не истекли. Вы писали тоже у себя, да, в соцсетях, ваше отношение к этому закону. Ну, очень странный закон. Для меня, мне так кажется, что, во-первых, непонятно, почему это все должно удаляться без судебных решений. То есть, кто будет определять? Как бы говорят, что будет сам поисковик определять, достоверная это была информация или недостоверная. А то, что касается каких-то вот судебных дел, уголовных дел, то, понимаете, вот если было уголовное дело, это история, ее не вычеркнешь, оно уже было. И зачем это удалять? Пусть будет мне непонятно. Ну что значит черное пятно? Оно это история. И, люди должны знать. И поэтому я считаю, вообще здесь непонятна технология, как это все было. То есть, если я нашел где-то о себе как я считаю, недостоверную информацию. Или неактуальную. Да, или неактуальную. Я написал письмо, я не удаляю, что ли? Как-то странно. Как они будут выяснять, достоверна она или нет? Мне абсолютно не понятно. А в суд вы имеете в виду, когда пишется официально? Ну, насколько я видел, да, в комментарии других юристов, что на Западе такая система существует, но там через суд. Кто-то пишет, подает заявление. Суд устанавливает, достоверна эта информация, недостоверна. Если недостоверна, да, она может быть удалена. С этим можно согласиться. И как, на ваш взгляд, эта новая система будет работать? Я не понимаю. И будет ли работать вообще? Нет, мое подозрение такое, что часть, так скажем, нечистоплотных граждан, они моментально по себе повытирают, будут пытаться, во всяком случае, вытирать информацию там и так далее. И неважно уже, достоверно или недостоверно, а вот им кажется недостоверно, и все, и они этим будут оперировать. Ну, СМИ написали о том, что, и сообщили о том, что поисковые системы как-то довольно странно восприняли, да, все это дело. Нет, поисковая система... Google вообще отказался комментировать. Да, но дело в том, что поисковая система, она дает факт того, что есть. И, чисто техническая работа. Да, чисто техническая. И видите, разговор ведет о том, чтобы убрать из поисковика. Ну, то есть информация на сайте может остаться. Просто в поисковике его не будет, но сайт информации может остаться. Угу. Поэтому какой-то, я, честно говоря, не понимаю. Ну, возможно, это нарушение, не знаю, конституционного права гражданина России на то, чтобы искать информацию. Ну, получается, да, ему необходимую. Ограниченный доступ получится к информации, которая кому-то кажется, что она недостоверна. Не факт, что она недостоверна. Ну да, стоит согласиться, что пока непонятно, как система вообще будет работать. Будут там какие-то прецеденты опять? Непонятно. Получившие большой общественный резонанс. Хорошо, сейчас о событиях, которые связаны с нашим городом. В пятницу газета «Бизнес-новости» в Кирове сообщила о том, что наши два университета крупнейших, Вятский государственный гуманитарный и Вятский государственный, которые по старинке в народе называются пединститут и политех, все-таки их объединяют. Слухи и разговоры шли об этом очень давно, на протяжении последних нескольких лет. Правда, неизвестно, когда состоится это объединение. Вообще, Миноборнауки сообщило о том, что в рамках всего государства нашего будет целая программа реализовываться по объединению вузов в регионах в многопрофильные опорные университеты. В частности, глава... Я насколько слышал, их пояснение, Миноборон, что будут объединяться небольшие вузы с большими, с крупными, а не два крупных. Когда мелкие присоединяются, да, к более крупным, да, к более сильным, а не два крупнейших вуза региона у нас, и только объединяются.
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов пояснил, что этот процесс обусловлен демографической ситуацией, то есть снижением показателей, Как говорят в народе, отмаза, да, это несерьезно. Дальше он пояснил еще, что это будет добровольно. Но у нас, похоже, добровольно принудительно получается. Я вообще категорически противник каких-то гигантизма такого. Ну зачем? Два крупнейших вуза с своей уникальной историей. У нас педуниверситет 100 с лишним лет. Ну, 100 лет в прошлом году. Да, в прошлом году. Политех у нас 50 лет, по-моему, где-то вот будет. Зачем их объединять? Я абсолютно не понимаю. Ну, это вот, видимо, та самая линия на оптимизацию, на какое-то сокращение издержек, расходов и так далее. Вряд ли это будет оптимизация какая-то. Как? Ну, представьте себе даже структуру этих университетов и чего там оптимизировать. Я не понимаю. Опять же, как территориально. Корпуса-то все равно останутся на прежних местах. Корпуса, управление, обеспечение, все то же самое останется. Ну, сократят 2-3, может, чиновников, там поменьше будет, но это же это никак не оптимизация. А кому более выгодно, на ваш взгляд, это объединение? Да, мне кажется, никому, кроме того, кому эта идея в голову пришла. Больше никому это не выгодно. Ну, смотрите, с другой стороны, там, у выпускника 11 класса не будет уже сомнений, куда поступать. Я поступать буду вот в единый, объединенный. Не понимаете, вот, допустим, на этот профиль, который... Можно так представить примерно. Допустим, у нас есть политех, так, и был бы, допустим, авиационный институт. Технически. Вот их объединить. Может быть, еще логика какая-то есть. А здесь разнопрофильные вообще университеты объединять между собой. Зачем? Я не понимаю. Ректор Ульяновского социально-экономического института, вы, наверное, да, видели уже, наверное, его комментарии, его отзыв по этой теме. Он против. Против? Но он еще говорит о том, что это монополия. Монополия. Кстати, монополия. Да, так и есть. И действительно, более мелкие высшие учебные заведения тут окажутся, ну, в таком менее востребованном. Конечно, безусловно. Я считаю, это неправильно. Как думаете, вопрос еще обсуждаемый? Мне кажется, надо обсуждать его, и мне кажется, если объединят, то это будет ошибка большая. Ну, общественные палаты тут, наверное, как-то трудно как-то вклиниться в этот процесс, потому что федеральное подчинение находится в области. Это дело более профессиональное такое. В общем, вам бы не хотелось? Нет, я категорически против, говорю, гигантизма. Таких вот гигантов создавать ни к чему. Угу. Сейчас еще одна тема тоже, о которой много говорится в последнее время. На прошлой, опять-таки, неделе появилась информация о том, что администрация города Кирова собирается изготовить и установить в городе павильоны для торговли тем, что выросло на приусадебных участках. Угу. Торговать будут сами садоводы. Как рассказал начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Александр Сидельников, специальные места для организации уличной торговли уже определены в каждом районе города. Они будут располагаться на традиционных и привычных для горожан местах, то есть самых проходимых, по всей видимости. Места в торговых рядах будут предоставляться бесплатно. Единственное условие для продавца заключается в том, чтобы это была продукция собственного, именно собственного огорода. Сам ухаживал, поливал, хулил, лелеял. Все мы знаем, что у нас происходит с уличной торговлей. Да, мы это знаем. То гоняют, то разрешают. И видим, меня всех больше всего поразило, что кто будет определять, собственная продукция или не собственная? Как эта технология будет? Это кто-то придет и скажет, мне бумажку, или как докажи, как человек будет доказывать, что это его собственное, огурцы, там, помидоры? Или он забрался на территорию чего-то участка. Да. И дальше я могу хороший пример привести. Это у трансагентства на Карла Маркса, на уголочке, там постоянно сидели, значит, бабуси и продавали свои там грибы, ягоды, там еще огурчики, помидорчики. Построили павильон, буквально там 30 метров. Он пустой павильон, они туда не идут. Просто там неудобно торговать. Место непроходное. И не так и продолжают сидеть на своих ящичках и продавать. Дальше. Сейчас фактически вот на этих углах, вот на этих стихийных рыночках, да, ситуация получается какая? Кто-то пришел, свой ящик поставил, сел и торгует. А на этом павильончике уже все места будут забиты. И уже кто-то новый прийти ему будет невозможно. Он не сможет на нигде не подсесть, ничего. Вообще, на ваш взгляд, обусловлено, точнее, не обусловлено, а оправдано ли это все же на средства городского бюджета будет делаться? Изготовление, установка этих павильонов сейчас в такое непростое время надо это делать? Нет, наверное, можно было и повременить, потому что бабуси, они сидят и
испокон веков сият, сиели, и, по-моему, и будут сиять все равно в своих местах. Можно было повременить, и... но, по идее, это места-то как-то облагораживать надо, конечно. Но вот технологии, опять же, непонятно, как это реализовываться будет. Кого пустят, кого не пустят. А меня еще вопрос все-таки ценообразования интересует. Да, да, и ценообразование. Какие суммы продавать эту продукцию? Нет, там у них, скорее всего, я так подозреваю, что, скорее всего, такая внутренняя серая такса какая-то будет. Она сама собой установится. То есть как каждый продавец будет какую-то определенную сумму кому-то что-то платить. Скорее всего, это кто-то найдется, который это дело там приберет. Это так и будет. В результате они, бабусь, они выйдут, они не будут. Кому платить? Поясните, на ваш взгляд. Ну, кому-то. Кто-то появится. То ли связано с администрацией, то есть с властными структурами. Кто-то, ну, нас любят, ведь как это так, просто так сидят-то будет. Нет, надо посчитать, надо построить. Ну, а, кстати, почему именно о бабусях-то мы говорим? Ну, огромное количество вполне еще молодых, но уже зрелых людей, да, в первую очередь, которые, ну, выращивают, у которых остаются излишки. Да, почему бы излишки тех самых огурцов и помидоров им не пойти, не продать? Вот я не исключаю, что у меня появится такое желание, когда я пойму, что урожай вырос большой. Значит, все фиксируйте, составляйте справочку, фотографии, от соседей берите справку, что это вы вырастили, а что не соседское, вы продаете. Получается так, надо идти доказывать, что это мое. Да, по механизму как-то, да, тоже непонятно. Кроме того, такие продажи таких вот садовых всех вещей, так, еще есть развалы, там какие-то технические, какие-то инструменты продают, еще что-то. Их тоже надо как-то облагораживать, как-то более культурно, цивилизованно. Блошиные рынки. Тоже надо как-то этим заниматься. Ну, в целом-то идея-то здравая, надо людям давать. Есть здравая в том, что нужно облагораживать и улучшать их условия, их торговли. А они, ни в коем случае не надо их выстраивать, там какие-то условия им создавать, доказывать, что собственно, не собственно. Ну как собственно? Я, может быть, там вырастил 50 килограмм своих помидор, может, соседских еще взял и пошел продавать. Угу. Почему я соседские не могу продать? Вот, не знаю, как-то администрация в очередной раз, наверное, противоречит себе, да? Ну, ты, когда ты продаешь что-то, да, ну это же уже предпринимательская деятельность считается. Тут администрация вроде как по голове гладит, типа, не ладно, продавайте, все в порядке. А с другой стороны, масса примеров, когда по большому счету, да, человек ничего не нарушает, но вот к нему какие-то целенаправленные придирки к нему идут. По большому счету, эти продавцы нарушают закон. По идее, они должны все доходы считать, декларировать их, платить налоги. По идее, так, да. Возможно, тут скорее не сам эффект, то, что вот люди смогут продавать, а другие смогут, соответственно, покупать и пользоваться, да, экологически чисто, как это говорится, продукция. Может быть, это такой вот жест от администрации, что мы вроде как заботимся о людях-то. Ну вот в такой форме. Ой, скорее для имиджа администрации, может быть. Не знаю. Вот у меня сомнение большое, что это получится. Я не знаю, насколько это правда, но... По-моему, даже озвучил, это Мичурин еще говорил, что асфальт на тропинке надо класть там, где люди прошли, а не там, где вам захотелось. Mm-hmm. Так же и здесь. Вот где они привыкли люди сидеть, вот это место и надо облагородить. А не в новом, где-то там 30-50-100 метров что-то построить, mm-hmm. и их туда переводить. Они не пойдут туда просто. А на ваш взгляд, какой-то санитарный контроль за этой продукцией со стороны Роспотребнадзора? Поеду надо, нужен? Конечно. Нет, нужен, потому что опасность, что люди могут отравиться, она, конечно, всегда есть. А вы, кстати, сами лично присматриваетесь, приглядываетесь, покупаете что-то? Ой, вы знаете, я покупаю развал. Потому что я покупаю. Нет, я ягоды, грибочки покупаю, еще что-то, но как-то так. Я не сказал, что там глаз наметан, но вот какое-то чувство внутреннее есть, что вот это бы я купил, а это как-то организм отторгает. Роспотребнадзор внутри. Да, вот точно. Диктует, что нужно покупать. Свой цензор внутренний сидит. Но в любом случае посмотрим, конечно, когда эти павильоны появятся, а появиться они уже должны в ближайшее время. Урожай на подходе уже. Кстати, надо посмотреть опять, кто эти павильоны будет строить, и был ли конкурс, или опять кто-то будет под кого-то заточен, и кто-то будет там отдельной организации строить, тоже вопрос интересный. Ну и, кстати, еще не озвучена сумма, которая планируется потратить на эти деньги. Так что и павильон рось, можно и павильон такой сделать, что он будет весь дырявый и всеми ветрами продуваемый. Там, естественно, никто сидеть не будет. Еще про торговлю, про уличную торговлю. Этим летом будет, ну, по крайней мере,
городская администрация так жестко на этом настаивает. Будет поставлена точка в истории ярмарки на Комсомольской, как уже давно изучалась эта информация. Планируется там все снести и построить платную парковку. Ваше мнение? Вы знаете, вот в Фейсбуке это дело обсуждали. То есть, по идее, тот рынок, конечно, выглядит безобразно. Он неухоженный, все эти павильоны, все кривые, косые, все разношерстные. То есть, что там надо делать? То ли облагораживать этот рынок, опять же, делать более, так сказать, нормально, или же что-то иное строить. И вот мнения разделились. Мое предложение было, мне так кажется, лучше бы в этом месте сделать аллею. Поставить скамеечки, фонари поставить. Плюс, как в Александровском саду сделано, большие плакаты по истории Вятки и так далее. То есть приезжие люди, просто горожане могли прийти там отдохнуть, посидеть, поезд подождать или кого-то там встречающего подождать там, и так далее. Наверное, это было бы лучше, тем более, что у нас и так постоянно скверы, парки сокращаются, убираются. Другое предложение было вот по платной стоянке. Стоянка там, конечно, нужна. Потому что внизу там все забито постоянно, там не остановиться. Но нужна ли она в таком виде, я не знаю даже. Мне кажется, если платную делать, то, допустим, с какими-то ограничениями, что платная, если ты стоишь больше, там, допустим, часа, то это оплати. Если меньше часа люди приехали, просто кого-то встретить или проводить, наверное, не стоит брать себе деньги. Ну, это, конечно, да, отдельная тема. Автомобильная нужна ли там, не нужна. Но многие беспокоятся, что там же липы. Прекрасные. Ну опять снесут, опять голое место будет. Пешеходная зона, да? Мне видится лучше пешеходную зону делать, красивенько сделать, все, плиточку положить, фонари, скамеечки поставить. Может быть, там 2-3 павильончика сделать, где можно было что-то купить, перекусить. Тогда спокойно от вокзала от железнодорожного или к вокзалу железнодорожного идешь по этой местности. Ну, кстати, почему бы туристический сезон впервые официально презентован в этом году. И тем более это место, оно своеобразное лицо города. Так что. Почему, да, туристско-информационный центр, например, тоже. Конечно. То есть более, что место парковки. А вот по парковке, та которая на Комсомольской, там вопрос обсуждался, на привокзальной площади. То ли платную, то ли бесплатную, сделали бесплатную, но результат получился ожидаемый, что и предполагалось. Жильцы местных домов там оставляют машины на постоянку. И там обычному, там, кто подъезжает, то встретить, проводить, ему уже и встать негде. Вот там, наверное, платную тоже надо с таким же. Больше часа платить деньги, меньше часа, пожалуйста, пользуйся. Наверное, вот там вот такой порядок навести стоит. На прошлой неделе, да, в передаче «Особое мнение» мы также поднимали эту тему судьбы ярмарки на Комсомольской. Вот особое мнение свое высказывал Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области. Он таки вот призвал работающих на этой ярмарке предпринимателей переходить на иной формат торговли. Он сказал, готов организовывать встречи с владельцами торговых центров для того, чтобы обсуждать, где, как можно торговать, обсуждать цену аренды. Андрей Николаевич уверен в том, что в наше кризисное время многие владельцы торговых центров, они пойдут на то, чтобы вот для этих как раз-таки предпринимателей арендная плата была приемлемой, подъемной. Ну и вот к тому же еще идет речь об организации целой школы торговли, с какие-то новые подходы, новые методы торговли. Мне кажется, это очень разумное предложение, и просто его надо было давно уже реализовывать, давно уже делать. Конечно, надо обучать людей, помогать, плюс торговых центров у нас сейчас очень много, там площади пустые, почему бы нет, пробовать договариваться, может с кем-то получится договориться, с кем-то нет, но такую работу надо проводить, она очень полезна. Но ведь люди, там, которые работали много-много лет, продолжают работать, но им так ближе. С другой стороны, есть покупатели, которым тоже так ближе покупать. Понятнее прийти на рынок, взвесить на этих старомодных весах со стрелкой и быть довольным, и все, уйти. Ну, вот по мне, этот рынок, я одно время раньше, вот когда он только образовался, я там довольно часто туда ездил. Сейчас я прочистки не ищу. Дальше, вот, кстати, вот к первому вопросу, то, что мы говорили, павильоны построить. Вот смотрите, здесь рынок с павильонами, так, и уже все места забиты. Но рядом с ним, туда дальше от вокзала, там площадочка, где на ящиках сидят. Да, потому что их туда не пускают уже. Или на деньги платить. Они туда не идут. Ну, это все-таки. Вот как бы с павильонами, которые хотят строить, так же не получилось. Вот я подозреваю, что примерно так и получится. Не смогут попасть. То есть рядом с павильоном будут бабусь сидеть на ящиках. Павильон был пустой стоять.
И кого потом, собственно, за это винить? Кто придумал эту технологию? Не принцип, а технологию, как это реализовывать. Ну, по вашим ощущениям, если все-таки захотят предприниматели перестроиться на новый формат торговли, пойдет? Мне кажется, они пойдут, да, некоторые пойдут, и с удовольствием они будут обучаться. Мне кажется, это будет. Кто-то не захочет, безусловно, но, мне кажется, в своей массе большинство захотят. Давайте еще до перерыва спрошу вас про министерскую систему, которая у нас работает в структуре правительства Кировской области с 1 июля, пока 14 у нас министерство образовано, 4 еще в перспективе. Вы что-то почувствовали там внутри себя? Вы живете в Кировской области, где уже не просто департаменты управления, а уже целое министерство, и министры их возглавляют. Нет. Не почувствовали? Нет. Мне, честно говоря, ну, администрации виднее, как это делать, тем более, что, как Белых сообщил, что там будет экономия средств там, и так далее, что это эффект будет. Мне непонятно, почему нельзя было в рамках департамента в это же самое все сделать. Объединить департамент. А там есть аргумент приближения к федеральной структуре. А что это дает? На федеральном уровне у нас как раз министерство есть. Смысл? Тогда им там в федеральном центре понятнее, что у нас это тоже министерство, не тоже министерство, и круг вопросов, и схема работы, она такая же. Легче наладить. Ну, понимаете, когда я помню по городской администрации в прежние времена, когда часть управлений, там, культуры и так далее, вернее, не управление, был отдел культуры, и вдруг начали переводить в управление культуры, мы долго спорили и долго смеялись над этим тоже, а смысл какой? А потом выявился смысл очень простой, оказывается, что у начальника отдела зарплата ниже, чем у начальника управления. Здесь не то же самое ли будет, что у начальника департамента зарплата выше, ниже, чем у министра. Ну, так или иначе, по высвободившимся средствам нам уже отчитались. То есть в следующем году начнется старт с отметки 70 миллионов рублей. Ну, посмотрим. Но это опять-таки не деньги, которые появятся, да, можно их взять в руках и перенести куда-то в другую сферу. Это то, чего нет. Ну, не растворяться в бюджете, в принципе, их даже сложно будет ощутить, как, наверное, да, скорее всего. Тоже на прошлой неделе новую схему работы презентовал в нашем эфире Сергей Владимирович Шичков, заместитель председателя правительства Кировской области. Ведущие задавали ему вопрос, нужно ли сейчас дальше по вертикали наводить некую унификацию. Ну, про унификацию он не назвал это унификацией, а на уровне муниципальных образований, там, в районах, в частности, нужно ли тоже порядок наводить. Да, сказал Сергей Владимирович, нужно, потому что кто в лес, кто по дровотам зачастую работает, и вот это не разбилика получается. Не, ну, во-первых, когда создавали, то думали, наверное, что и тогда убеждали, и аргументы сыпали о том, что это хорошо, это будет эффективно работать, но оказалось, что это неэффективно. Значит, вопрос к тому, кто это придумал. Что же он придумал, что кто лес пропадал, получилось. Наверное, так. И не получится ли так, что сейчас что-то там переделают, и опять через энное время опять то же самое окажется. Ну, а дальше муниципальные власти, наверное, сами должны решать больше. Это их право, как это все сделать. Им с места виднее. Им вместе, конечно, виднее, и они, наверное, скорее всего, приглядятся, посмотрят, как министерство поработали. Может, кто-то пожелает преобразоваться, но ради бога, пусть это их право. Эффективность работы. Вот, самое главное, эффективность. Вы понимаете, вот оно у нас в России, к сожалению, существует такое понятие, вы, наверное, не раз слышали, что такой местный князьёк. Или царьбук. Да, и вот сейчас не получится ли так, что глава департамента как бы одно, так сказать, на один уровень нос поднят, а у министра нос выше будет поднят. И к нему не подойдешь. Когда я министр, сейчас с тобой разговариваю. И на местном уровне, это еще мы сейчас отпустим, да? Где там поселение, там 1000 человек, глава администрации, и тот с людьми-то не ахти как контактирует. А когда он станет там, ну, не министром, а кем-то, он скажет, ребят, да, ко мне в очередь записывайтесь, там, и так далее, раз в неделю. А что, есть куда еще задержать носы? Похоже, есть. Неужели непонятно властям ищем о том, что некий предел наступает, и уровень недовольства... А вы проведите эксперимент, попробуйте попасть в главе администрации какой-нибудь там города нашего поселения, попробуйте, увидите. Очень трудно. Очень трудно. У нас сейчас реклама небольшая будет. Я напомню, что сегодня особое мнение Николая Пихтина, члена общественной палаты Кировской области. 1,5 минуты, и мы вернемся. Продолжается особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что со своим особым мнением сегодня в нашей студии Николай Пихтин, член общественной палаты Кировской области. У нас есть еще темы для обсуждения. Вот. Практически одновременно случилось вот это событие.
новая структура, да, министерская, и возбуждение уголовного дела в отношении Павла Николаевича Сырцева, экс-главы Департамента культуры Кировской области, по версии следствия, незаконное участие в предпринимательской деятельности имеет к нему отношение, по версии, опять-таки, следователей с 12 по 15 годы. Павел Сырцев принимал участие в управлении двумя коммерческими организациями, предоставляя им преимущество и покровительство. Опять же, зампред правительства Сергей Щерчков на прошлой неделе заявил в нашем эфире, что он не связывает возбуждение уголовного дела и оставление, да, поста главы департамента культуры, на ваш взгляд. Ну, наверное, так, скорее всего, так и есть, да. А то, что дело возбудили, здесь уже, ну, органы объединения, я не слышал, что это комментировали, наверное, не надо ничего комментировать, потому что, ну, будет дело, будет счет, разберутся. Угу. А если так все-таки абстрагироваться, да, от фигуры Сырцева, как вы относитесь к бизнесменам, которые занимались, да, предпринимательской деятельностью, и вот пришли на чиновничью должность, официальную, государственную структуру. Примеров таких много у нас. Нет, я к этому нормально абсолютно отношусь при одном условии, что человек должен заниматься одним делом. Занимался бизнесом нормально, ушел во власть работать, все, занимайся только властью. Угу. Это нормально, ничего страшного в этом нет. И наоборот тоже. А уровень тут компетентности вот в процессе накапливаемой процессе бизнес-деятельности, потом уже реализуемой чиновничьей должности? Он в каких-то чиновничьих должностях даже обязан быть. Угу. Это безусловно. Плюс, если нормальный предприниматель, у них и философия мышления-то иная. Угу. Они по-другому всю работу видят, строят. Так что это где-то и на пользу может оказаться. А надо ли ужесточить, на ваш взгляд, ответственность, когда человек находится на руководящей должности в госструктуре, вдруг выясняется, что у него там какие-то дела с бизнесом? Нет, наказание-то есть, конечно. За это наказывать не надо, и выясняется. Нужно ли строже? А? Нужно ли строже наказывать за это? Да нет, строже, наверное, не надо. Тем более, что, насколько я вижу, что и прецедентов не так много. Так что, нет, наверное. Сам факт наказания, он уже говорит. Ну, еще есть тоже немалоизвестный путь, когда предприниматель, приходя, да, на чиновничью работу, он переписывает что-то там на родственников свой бизнес, на друзей. Ну, к сожалению. Надо ли тут искать корни тоже? Ну, да, у нас они сейчас ищутся, потому что декларацию не составляют о доходах, и о доходах родственников и семей, так что, ну, это уже есть, это уже работает. Ну, к сожалению, такое есть, да. А обратный вариант, когда бывший чиновник становится бизнесменом, есть подозрение, что своим бизнесом он обязан как раз... Нет, я говорю, самый прошлый я нормально к этому отношусь, только человек должен заниматься одним делом. Если же он занимается на одном месте двумя делами, то за это он должен быть наказан или уволен, как минимум. Ну, посмотрим, как тут будет развиваться. Да, посмотрим, как здесь сложат события. Потому что следствие идет. Павел сам как написал, что он об этом узнал вообще в отпуске, так что ничего не знал. Ну, наверное, органы не просто так это сделали. Наверное, что-то у них есть, не знаю. Суд покажет. Хорошо, мы продолжаем следить за ситуацией. Вы, конечно же, продолжаете следить за ситуацией, связанной с самим народным сходом, который был в Парке Победы 18 июня, и с последствиями. Ну, а последствия это следующие. Мы тоже уже рассказали об этом в эфире. 1 числа организаторы этого народного схода съездили в Москву и в несколько прям федеральных органов власти передали более 6 тысяч подписей. Молодцы, что лично уехали. Лично, да. Администрации президента, премьер-министра, генеральная прокуратура, Общественная палата Российской Федерации, Следственный комитет. Вот, гордитесь этими людьми. Да, молодцы. Молодцы, да. Молодцы, что не просто по почте послали и ждать, когда, а лично приехали, вручили под расписочку все это. Это правильно сделали. Более 6 тысяч подписей. Это за последнее время, на мой взгляд, самая крупная такая компания. Да, подчистная. 4 с чем-то небольшим было в 20 пионеров. Да, по велоспорту, да. Здесь очень много они собрали. И вот, судя по вашему опыту, получит это... Нет, а здесь опять, какой-то резонанс последствий. Опять, мне кажется, сыграло у людей, у горожан чувство справедливости. Но все же несправедливо эти 4 гектара от парка оттяпали. Извините. Несправедливо, но по закону. Ну как бы по закону, сейчас прокуратура разбирается. То есть по закону. И перевод земли из одной категории в другую был подзаконно ли сделан. И продажа его, и все прочее. То есть, по идее, это надо возвращаться к изначальной ситуации, когда сменили
Статус земли. То, что сделала городская дума в 2011 году. Там, кстати, еще одна подводная камень есть интересная, которая заключается в чем? Это мне, значит, точно сказали в горадминистрации, что парком считается территория 10 и более гектаров. А когда эти 4 гектара отхватили, то сам стало 8. А раз 8, то это уже не парк, а типа сквер. Это, видимо, одним чиновникам понятно. Вот, да, да, им понятно. Но статус другой, и поэтому я не исключаю. Это вот это когда вот свершилось, такие варианты были, что не исключаю, что это сделали специально для того, чтобы потом сквер такая бы проще отпаивать, чем парк. Так, так у нас что сейчас языком чиновником выражаясь, сквер победы, а не получается, парк, да. А не парк победы. Получается так. Парк это 10 и более гектаров. Интересная ситуация. Ну да, возмущения просто нет предела. Кстати, позиция прокуратуры, да, вот она четкая, обозначенная, да, по поводу признания этой сделки продажи незаконной. И они прокуратура, да, да, да. И я, насколько знаю, прокуратура сейчас разбирается, как тогда земля была переведена, насколько правильно было все сделано. Вот прокуратура, городская, вернее, областная, как-то очень так болезненно начала в последнее время на эти вещи реагировать. С чем это связано? Ну, с гражданской активностью это связано. Что люди больше все выходят, возмущаются. Вот, пожалуйста, 6 тысяч подписей забрали. Это для них тоже сигнал определенный. Ну, по словам одного из организаторов, Дмитрия Махнина, вот, в течение месяца должен прийти ответ по существу. Ну, это по закону, да. По существу. Это же все на местный уровень будет спускаться, все эти проверки. Есть подозрение, очень часто у нас власть так поступает, да, что спустят на нижний уровень, там, и так далее. Но это отчасти моя подсказка ему была, что когда они писали, допустим, они сначала хотели просто там в областную прокуратуру, я говорю, вы пишите областную прокуратуру, копия в генеральную. И в этом случае реакция областной прокуратуры будет совершенно иная. Есть такие прецеденты у нас уже были? Ну, у меня были, я лично сам так делал, да. Напомните. Это по газете у меня, когда была газета, у нас там были разбирательства, и вот мы такие письма писали, и всегда вот таким образом. И был один, я сейчас не помню точно случай, но был один такой прецедент, когда мы написали, значит, в областную прокуратуру, в копию генеральную. И через несколько дней позвонили с областной, начали ругаться, вы зачем генеральную послали, и так далее. А потом уже... говорить, это наше право. Мы так и говорили, да, это наше право, мы туда захотели, туда и послали, значит, но реакция-то и была совершенно иная. То есть они более тщательно, более серьезно подходят к этому вопросу. Ну, на наш вопрос Дмитрию Махнину, есть ли идеи еще там организовать подобные мероприятия, он сказал, что будем следить, конечно же. Если будет повод, то безусловно. Ну, здесь по поводу, да, конечно. Да. Просто так, как говорится, из пальца не надо. Но, конечно, возможно. Хочу еще тему капитального ремонта затронуть. О, больная тема. Тоже на прошлой неделе эта информация появилась. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» внесли в Нижнюю палату парламента законопроект об освобождении россиян старше 80 лет от обязанности платить за капитальный ремонт. Как отмечается в пояснительной записке, действующая накопительная система не подходит для пенсионеров. Сроки проведения капитального ремонта определены на 25-30 лет. Выходит, что одинокие пенсионеры старше 80 лет вынуждены платить за неполученные услуги. Ну, это так вот все обтекаемо, да, написано. Понятно, о чем идет речь просто-напросто. Многие из пенсионеров не успеют даже до момента, когда будет отремонтирован услуги. Ну да, наверное, многие, но дело в том, что здесь, опять же, вопрос сложный, очень сложный вопрос на самом деле. Непонятно, в какой квартире, допустим, живет. Он может в такой квартире живет, что который через год на ремонт делает. И то есть ему авансом будут делать. А может он в такой квартире живет, что она и через 25-30 лет ремонта не нужна. Кто его знает. Как. Но сегодня у нас тоже было обсуждение, вы знаете, у меня какие мысли возникли по этому поводу. Может быть, это и стоит делать, но с одним, опять же, с ограничением какими. Если доказано, что в этой квартире вот эти пожилые люди, именно они прописаны и они живут. Они их. Да, а чтобы не получилось, дети. Да, что их внуки, дети и так далее, и так далее. Вот если они живут, а таких полно. Где бабушка с дедушкой вдвоем проживают там в какой-то квартире. Наверное, есть смысл, да, их освободить. А не кажется вам, что эта цифра 80 лет, она... как-то уж не слишком корректно, при средней продолжительности жизни в России гораздо меньше. Ну, согласен, лет 70, наверное. Тут вопрос опять возникает, за чей счет это все дело. А сегодня при обсуждении еще вот я высказал такую идею, не знаю, здесь уже законодатель должен смотреть. А где обсуждали? В Фейсбуке.
мне кажется, было бы более справедливо вот по этим взносам на капремонт, если квартиры, дома, которые построены до 95 года, до 1995 года, с них вообще плату не брать. Потому что большинство домов были переданы в частную собственность без надлежащего ремонта их состояния. Угу. То есть, по идее, в то время по закону государство обязано было заменить трубы, сначала отремонтировать, потом переданы. Государство это не сделало. Поэтому рано или поздно это надо делать. Вот такое предложение. А после 95 года, которая квартира построена, у них сделали дифференцированную шкалу. В зависимости от возраста берется сумма. И чем старше возраст дома, тем больше сумма берется. Вот тогда как-то справедливо бы это было. Ну, кстати, хочу вас еще как члена общественной палаты спросить, уточнить. У нас периодически раздаются звонки в редакции, и люди лично, когда приходят, люди пожилого возраста, которые жалуются на ремонт в том части, что нет льгот у многих. Почему бы вообще не отменить на базе общественной палаты? Поднимался этот вопрос, и можно ли обращаться? Не, обращаться, безусловно, можно и нужно, да. На общественной палате это обсуждалось, мнения, так скажем, разделились, и не очень понятно. Мы у себя вечерним проводили по этой теме. Кстати, вот до сих пор мне не юристы, а вот из администрации убеждают меня, что все разъяснения есть. Вот у нас при обсуждении возник очень серьезный вопрос, какой? А что такое капремонт? Оказывается, никто конкретно сказать не может. И, условно говоря, может получиться так, что в нашем доме мы собираем деньги. Подошло время капремонта, нам пришли там на крыше залатали что-то, сказали, а это капремонт. То есть нет четкого определения, что такое капремонт. Какие объемы работы должны быть выполнены. Или крылечко пришли, переделали, сказали, ну что, мы капремонт сделали, все, ребята, свободно. Значит, можно обращаться все-таки вообще. Да, конечно, конечно. Просить разъяснить. Можно и нужно, да. Остается у нас буквально минута, я не могу не спросить про дискуссионный клуб «Вечерний». Последнее заседание было 16 июня. Да. Да? Вот, до эфира я узнал о том, что тут планировалось внеочередное заседание, чуть пораньше. Нет, внеочередное не будет у нас. Да. Пока предварительная дата 21 числа июля. Тема, скорее всего, мы будем брать это по митингам. То, что ограничение по митингам это сделать. Заксобрание в первом чтении, да, приняло этот закон? Они сейчас вернули его в комитет обратно. Рассматривали. Вот, скорее всего, эта тема будет. Ну, точно, пока 100% сказать не могу, так что следим за анонсами. Я так понимаю, трудно. Трудно с людьми. Со спикерами. Со спикерами, да. Мнение за и мнение против. Ну, я по этой теме я скажу, что те, которые против, голосовали, спикеры есть, а которые за голосовали, это фактически Единая Россия. От них никто не хочет быть. Ну, это же инициатива, это была Гордума или городской администрации? Это был БКВ. БКВ прописано. Владимир Васильевич, да. Нет шансов пригласить? Сомневаюсь. Я, честно говоря, раз подумал об этом варианте, но отмел его, потому что, наверное, не спорит. Ну, время еще есть. Время есть, да. Можно подумать до 21 числа. Завершается программа «Особое мнение». Спасибо нашему гостю Николаю Пихтину, члену общественной палаты Кировской области. Всего доброго, до свидания. Вам спасибо, до свидания.